Привет, сударь и лударь. За свои годы я попробовал столько пенных напитков, что, многим из вас даже и не снилось. С недавнего времени в Саратове появилось такое место, Папа Биршоп, под названием Декабрист, в котором можно попробовать большое количество сортов крафтового пива со всей России. Чем мы сегодня и займемся. Вперед! Мне, в отличие от Дэвида Духовного, повезло гораздо больше. Наслаждаться различными сортами пива отечественных производителей я могу в любых количествах и в любое время. Александр, будьте добры, овсяный стол. Отличный выбор. На мой взгляд, люди делятся на два типа. Те, кто выпивая, становятся злобным и агрессивным. Вторые – в ходе состояния покоя и умиротворенности. Я скорее отношусь ко вторым. Довольно свежий напиток в английском стиле. Приятный цвет, светлого янтаря. Довольно вкусный. Бельгийский блонд. Если все бельгийские блондинки такие же вкусные, то мы с вами, ей-богу, в следующий раз только в Бельгии увидимся. Мистер Портер, парень не промах. Но пробую я орешки покрепче. Абсолютно точно. Для телок. Для телок. Ну, фруктовые бланши чаще всего любят девушки. Я люблю что покрепче и пожестче. Вот. Ну, довольно-таки приятные вкусы имеют. В данном случае арбуз. Очень свежий, приятный летний вкус. Освежает. Бодрит десны. По цвету как карри, на вкус примерно так же. Довольно-таки пряный, терпко. Мне кажется, будто в наши дни пил бы только, наверное, его. Овсянка, овсянка. Попробовал это пиво, можно сказать, на родине его варенье, примерно год назад. С тех пор очень понравилось. И стараюсь пить его при каждой возможности. Вот. Довольно-таки неплохой портер. С легким овсяным привкусом. Очень классное пиво. Советую всем ценителям темного. Декабрист гораздо больше напитков, чем мы сегодня успели попробовать. Как говорится, все нужно делать с меру, чтобы не допиться до зеленых лепреконов. Светлый эль. Светлый эль. Просветление наше все. Каждый из вас может прийти и попробовать здесь любой понравившийся сорт. Определить для себя, что ему лучше. И приходить сюда чаще. И пить вкуснее. И петь громче.